Vocabulary. Словарь. Complete the adjectives. Заполни прилагательные. Пример. Spain is a great country. Испания – великая страна. Number one. Номер один. Golf is with young people. Гольф – среди молодых людей. Непопулярен. Unpopular. Number two. Jaguar is an car. Ягуар – дорогая машина. Expensive. Number three. Алматы is an city. Алматы – интересный город. Interesting. Number four. I think that hip-hop is a dance. Я думаю, что хип-хоп – трудный танец. Трудный – difficult. Number five. Salsa is very in South America. Сальса очень популярна в Южной Америке. Popular. Number six. Dominoes is a game. Домино – это легкая игра. Easy. Number seven. Pizza is a meal. Pizza – это дешевая еда. Cheap. Exercise number two. Complete the sentences with the words in the box. Заполни предложение словами из рамочки. TV program, TV-программа, animal, животное, game, игра, team, команда, singer, певец, sport, спорт, food, еда. Рассмотрим пример. What color is your car? Какого цвета твоя машина? It's red. Она красная. Number one. Tom Ryder is a fantastic. Tom Ryder – это фантастическая игра. Game. Number two. My favorite pizza. Pizza – моя любимая еда. Food. Number three. Ортобасышем Кент is a great. Это великая команда. Team. Number four. Who is your favorite? Риана. Кто твоя любимая певица? Риана. Певица будет singer. Number five. Is rugby popular in Kazakhstan? Регби – это популярный спорт в Казахстане. Спорт. Number six. Your cat is a dangerous. Твоя кошка – опасное животное. Animal. My favorite is The Simpsons. Моя любимая ТВ-программа – Симпсоны. Number three. Complete the sentences with affirmative and negative forms of be. Заполни предложение с формой be в повествовательных предложениях и в отрицательных. Вспомним. В повествовательных, то есть утвердительных предложениях, be делится на три части. Am употребляется с местоимением I, is употребляется с he, she, it, он, она, оно. И a употребляется с множественным числом. Negative forms – отрицательные формы. Добавляем not. I am not. Is not. Или краткая форма isn't. Are not. Краткая форма aren't. Рассмотрим пример. The music club is on Tuesdays. Музыкальный клуб по вторникам. Клуб можно заменить местоимением it, поэтому выбран вспомогательный глагол is. И в конце предложения стоит галочка, значит это
Affirmative sentence. Отрицание не нужно. Number one. It an easy language. Это легкий язык. Стоит крестик. Значит, нужно сделать отрицание. Это не легкий язык. После it используем is. В отрицательной форме isn't. Number two. I interested in photography. Я интересуюсь фотографией. Стоит галочка, значит, это утвердительное предложение. После I ставим вспомогательный глагол am. Number three. My friends interested in team sports. Мои друзья интересуются командным спортом. Стоит крестик. Значит, не интересуются. Мои друзья – это множественное число. Можно заменить местоимением they. Выбираем вспомогательный глагол are. В отрицательной форме aren't. Number four. Your ball and I in the drama club at school. Ербол и я ходим или посещаем в школе драматический клуб. Предложение утвердительное, положительное. Ербол and I можно заменить местоимением we. С we употребляется вспомогательный глагол are. Number five. I in the school basketball team. Я в школьной баскетбольной команде. В конце предложения стоит крестик. Значит, я не в школьной баскетбольной команде. С I используем вспомогательный глагол am. В отрицании am not. Number six. No, Maria from Moscow. Нет, Мария не из Москвы, поскольку стоит крестик. Мария можно заменить местоимением she, она. В отрицании используем isn't. Number seven. You very good at chess. Ты очень хорош в шахматах. Положительное предложение, стоит галочка. С you употребляется вспомогательный глагол are. Exercise number four. Reorder the words and write questions. Измени порядок слов и напиши вопросы. Then write two short answers. Потом напиши короткие ответы о себе. Пример. Are you in a club at school? Ты состоишь в школьном клубе? No, I am not. Нет. Number one. Первое предложение. Good spot you at A. Нам дана подсказка. A написано с большой буквы, значит, оно должно быть на первом месте. Are you good at sport? Ты хорош в спорте? Если да, отвечаем yes, I am. Если нет, no, I am not. Number two. Руслан, you is name. Твое имя Руслан? Is your name Руслан? И отвечаете, если вас зовут Руслан, yes, I am. Если нет, no, I am not. Третье предложение, number three. Basketball is popular your school at. Популярен ли баскетбол в твоей школе? Is basketball popular at your school. Basketball – это подлежащее. Его ставим после вспомогательного глагола. Если да – yes, it is. Если нет – no, it isn't. Number four. Your friends interested are in drama. Твои друзья интересуются драмой? Составляем вопрос. Are your friends interested in drama? Теперь ответ.
Если да, yes, they are. Если нет, no, they aren't. Your friends можно заменить местоимением они, they. Поэтому в коротком ответе используем именно they. Number five. Best friend Italy from is your. Твой лучший друг из Италии is your best friend from Italy? Ответ. Положительный. Yes, she is. Отрицательный. No, she isn't. Если ваш друг мужского пола, то тогда нужно писать yes, he is. Number six. You and your friends at sport are good. Ты и твои друзья хороши в спорте? Составляем вопрос, начиная с A. Are you and your friends good at sport? Ответ. Если да, yes, we are. Если нет, no, we aren't. Ты и твой друг вместе – это мы. Поэтому используем местоимение we. Exercise number 5. Complete questions 1 to 6 with the words in the box. Заполни вопросы с 1 по 6 с помощью слов в рамочке. Then match the questions with answers. Потом соедини вопросы с ответами. Прочитаем слова в рамочке. Who – кто. Where – где или откуда. What – что. Is – вспомогательный глагол, который употребляется с he, she, it, он, она, оно. А – вспомогательный глагол множественного числа. How – как. Итак, начнем. Number one. Tony from. Откуда Tony? Where. Where is Tony from? Number two. Mary Jones, the new drama teacher. Мэри Джонс – это новый учитель по драме. Мэри Джонс можно заменить местоимением she – она. Ставим вспомогательный глагол is. Number three. Your favorite sport. Какой у тебя любимый спорт? Какой? Используется слово what. What is your favorite sport? Number four. Your best friend. Кто твой лучший друг? Кто? Это who. Number five. The new students from Brazil. Новые студенты из Бразилии. Новые студенты – это множное число. Используем вспомогательный глагол множного числа. Are the new students from Brazil? Six. Old is Bahit. Сколько лет Бахыту? How old? Теперь соединим со вторым столбиком. Прочитаем его сначала. Тэквондо. 13. 13. No, they aren't. Нет. Rome – это Рим. Yes, she is. Да. Питер Грин. Итак, первое предложение. Откуда Тони? Из Рима. Rome. Буква D. Второе. Is Mary Jones? Значит, вопрос открытый. И он про девушку. Местоимение she. Значит, это вариант и. Yes, she is. Number three. Favorite sport. Какой здесь есть спорт? Только тэквондо. Вариант A. Четвертый. Best friend. Лучший друг. Питер Грин, имя только здесь, буква F. Number five. Открытый вопрос. Are the new students from Brazil? И нужно использовать местоимение they. Вариант C. No, they aren't. Шестой. Сколько лет Бахыту? 13. Вариант B. Communication. Complete the dialogue. Заполни диалог. What's, please? What's your name, please?
Как тебя зовут? Name – это имя. Шейла Стефанс. Can you that, please? Can you spell that, please? Spell – это произнести по буквам. Yes, it's STEPHENS. What's your number? Какой у тебя номер телефона? Телефон – phone. What's your phone number? Четвертое. Прекрасно. Great. Welcome to the sports center. Добро пожаловать в спортивный центр. What sport are you in? Interested. Каким спортом ты интересуешься? What sport are you interested in? Она отвечает. Climbing. Скалолазание. The climbing club is on set at 2 o'clock. Клуб по скалолазанию 2 часа в субботу. Единственный день недели, который начинается на сад, Saturday, суббота. Thanks, спасибо. Review. Exercise 7. Caroline. Hi, I'm Caroline. I'm 12 years old and I'm from Liverpool. I'm interested in sport and my favourite game is basketball. It's fantastic. My friends and I are in the dance club at school. It's on Thursday at 4 o'clock and it's very popular with young people. Billy. My name's Billy and I'm 11 years old. I like football and I'm a Chelsea fan. It's a great team. Photography is my favourite activity. It's a new activity at school, and it's very interesting. The club is on Wednesday at 5 o'clock. The teacher is great, and it isn't very expensive.